Человек-паук. Однажды Пеппа и Джордж играли в кукольный Майнкрафт. В комнате стоял неприятный запах, как будто кто-то открыл люк. Джордж, это ужасный запах. Я вот тебе что скажу, сходи лучше в туалет и покакай. Хорошо. Потому что терпеть эту вонь невыносимо. Но Джордж не хотел в туалет, и он продолжал играться. Да бля, воняет же. Понимаешь, ты здесь не один. Ты хочешь, чтобы все куклы провонялись? Да. Вдруг в какой-то момент Джордж не выдержал и все-таки побежал в туалет. Но вместо того, чтобы покакать, он увидел паука. Ой! Паук не давал сделать дела Джорджу. Джордж отвлекся и забыл про это. Его осенило, и он захотел, чтобы паук укусил его. Но паук был слишком добрый для этого, поэтому Джордж его просто взял. Так, стоять, а это что? Зачем ты положил какашку свою? Но это был паук. Хочешь продолжение? Ставь лайк. А также не забывай подписаться на канал. И огромное спасибо тем, кто задонатил. Хочешь также донать любую сумму? Ссылка в комментариях.